Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». С вами Роман Карасев, и я нахожусь в городе Ереван, Армения, где уже несколько дней провожу открытые уроки по теме «Ката Дзюдо». Эти открытые уроки были согласованы с президентом Федерации Дзюдо Армении Варданом Басканяном. В рамках моих открытых уроков мы обсуждали вопросы ката дзюдо, в частности рассмотрели такое ката, как дзюно ката. Тренера и спортсмены опробовали несколько упражнений из этого комплекса. Также я провел несколько открытых уроков с подростками и детьми в спортивном клубе Армении, который возглавляет Тигран Бабаян. Я благодарю Федерацию дзюдо Армении, лично Вартана Басканяна, а также всех тренеров и спортсменов, которые приняли участие в моем открытом уроке по теме ката дзюдо. Надеюсь, что эти уроки им понравились, и они будут использовать полученные знания в своей тренировочной деятельности, будут развивать ката в Армении и таким образом улучшат качество как тренировочного процесса, и для тех спортсменов, которые будут планировать участвовать в соревновательной деятельности, повысит их уровень мастерства. В любом случае, эти открытые уроки были полезны как для меня, и я уверен, будут полезны для всех, кто принял в них участие. Спасибо большое. Ну а сейчас вы увидите фрагменты открытых уроков. Смотрите «Планету дзюдо». Следующий мы делаем вверх.
вниз, вверх, в сторону, вверх, вниз, вверх, в сторону. Ну и всегда тоже поднимаемся обязательно на сушку. Да? Ич, ни, ца, си, до, до, тич, хач, фу, дю. Хорошо. Сейчас один раз сделаем. Смотрите. Ич, ни, ца, си, го, ро, тич, хач. Ни, ца, си, го, ро, тич, хач. Понятно? Ич, ни, ца, си, го, ро, тич, хач. Ич, ни, ца, си, го, ро, ро, тич, хач. Хорошо. Закончим. Так, ноги на шуме. И вот такое движение. Сюда. Вы. Сюда. И по кругу. Ни. Са. Си. Ро. Опять вытаскиваем. Так, сюда тоже уже. Рок. Тич. Ач. Тут. Дю. Хорошо. Так. Ноги вместе. Пройдем назад. Тич. На коленке надоим. Thank you.
15 упражнений разделены на 3 группы. Первая группа, вторая, третья. Вот мы сейчас первая группа, пятое упражнение. Смысл этого упражнения заключается в том, что идет воздействие на голову, и мы с вами этим упражнением разрабатываем периферическое зрение. То есть мы смотрим вперед, а видим все вокруг. Оно похоже, как и упражнение первое. Итак, мы делаем. И. Сан. Разворачиваем. Свернулись, и потом две руки назад. За голову. И усвоим. Здесь задача, значит, смотрите, помните, мы делали, да, разворот? Да, вот это разворот через живот. Разворот через живот, потом разворот через пятку, да? Обращение с людьми очень важно, и здесь голова. Левой ногой назад, и левая рука поднимается вот сюда к подбородку, вот сюда, да, к груди.
Так, правая, левая на одну линию. Вытянулись вверх и потом руки опустили вниз. Еще раз. Значит, партнер, на котором я буду оказывать воздействие, я начинаю действие. Мой партнер будет заканчивать действие. То есть меня останавливает. Партнер становится боком и смотрит вперед перед собой. Дистанция 2 метра. Ну, как бы так. То есть если ко мне партнер стоит левым плечом, левая рука идет вперед. Если правым плечом, правая рука. Сейчас мы вот левая. Значит, первое, да, мы действие делаем. Да, смотрим вперед. Да. Нам сейчас и надо. Сейчас я покажу. Значит, здесь задача у партнера. Он смотрит вперед, но у него периферическое зрение наблюдает. Смотрите вперед, но видите все, что происходит у вас по сторонам. Это развивает очень хорошо. Здесь я иду. Опять, у меня здесь я как первое упражнение, помните, да? И третье, вот у меня, по большому счету, я буду атаковать вот сюда. Вот здесь. Здесь мой партнер, соответственно, если он оставляет голову держать вот так, то я, значит, соответственно. В момент, когда идет соединение головой, поворачивает голову. Вот. Теперь, как действует рука? Он мне помогает, значит, я стою вот так. И вот когда у меня, я чувствую, что рука достигает уже, практически касается, я что делаю? Я отворачиваю голову для того, чтобы она прошла вот сюда. Но в этот момент вот эта рука у меня хватает вот здесь. Да. И я, значит, вот сюда упрошу. И разворачиваю. Ну, здесь сейчас мы повернемся спиной, но это опасное положение. Соответственно, здесь уже спиной не поворачивайте. И как-то стоит. Вот. Ногой. Вот. Вот мое действие. Помните, мы с вами делали вот это разворот? Да? Вот мое действие. И я эту руку вот сворачиваю. Теперь это я защитился и сразу сделал атаку. Помните, мы говорим, защита с атакой. Теперь задача такого. Он понимает, что в этом положении опасно. Он, соответственно, делает воздействие. Да. Вот мне вот сюда. Вот. Видите, делает воздействие. Ну, пока не разворачивайся, ты идешь прямо здесь ко мне. А я тебе сам возьму. Вот тут с ногой. Когда идет, я, соответственно, начинаю отшагивать этой ногой. Для того, чтобы мой партнер продолжил движение. Видите, я его вытягиваю за собой вещи. Кузушек. Я здесь ловлю руку. Заворачиваю сюда. И как первое упражнение, но я здесь делаю дополнение, я руки блокирует здесь и держу его на своих руках. Теперь он два раза ногой топает, я поднимаю, отпускаю руки. Да, 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 да
Понятно, да?
Хорошо, значит, мы с вами поделали вот это пятое упражнение. И первую группу, первую пятерку мы сделали. Сейчас давайте мы сделаем вторую пятерку, начнем. Первое упражнение. Еще раз сказать. Все мы пока вот так поверхностно, просто пробежимся. Чтобы у вас было общее представление, что это такое вообще. Все говорят, что есть манная каша, но никто не знает, как она выглядит. Сейчас я покажу, как выглядит манная каша, ну а уже потом вы будете ее кушать. Сами. Кто захочет. Итак, следующее упражнение. Посмотрите, без партнера. Исходное положение, опять же, ногой на ширине плеч. Так, не дальше, да, но выше. Рукавица, она у меня не вот такая, не согнутая. Я вытягиваю ее. Я растягиваю всего себя, да? Это гимнастика еще, чтобы у нас подвижность плечевого сустава была, да? Чтобы мы могли поднять ее в сторону. Потому что плечо у нас движется в разных направлениях. Вперед, назад, да? В сторону, да? Вращательное движение. Если у нас будут ограничения здесь, мы не сможем делать никакие упражнения. Поэтому здесь очень важно. Дальше у нас свободный ног. Видите, я разворачиваюсь. Иду вперед. И как будто бы рублю. Рука идет. Вниз, возвращается сюда, рука идет в сторону, вторая рука идет сюда, и я уже меняю, видите, поменял. Назад, возвращаемся сюда, да, рука сюда, теперь правая рука, и сюда, правая рука идет в сторону, левая вниз, сюда подходит, да, поднимается вверх, и поднимается. Давайте еще раз сделаем. Вниз, 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 идет. Как только доходит до ноги, нет, левая нога впереди. Как только доходит до ноги, сразу же уже рука с ногой начинает двигаться. Развернулись, рука дальше тоже. Правая рука сюда идет, входит правая рука, поднимается наверх. Видите, что идет? Первое. Я отжаю, отклоняюсь немножко. Правая нога. Левая. Правая рука. Сюда. Раз. Два.
много движений, да? Сложность. Вы видите, да, сколько разворотов есть, движений, передвижений. И, конечно, сразу тяжеловато будет, наверное. Но попробуем. Еще раз. Отклоняемся. Раз. Два. Правая рука начинает движение вперед и нога. Раз. Приставим. Два. Теперь рука пошла сюда, и мы разворачиваемся в нашу сторону. И видите, полный круг получился у нас. И сюда. Теперь вы помните, пять локтей мы делали. Да? Мы руку сюда подтягиваем. Вторая рука идет к локтю. Теперь мы ручки поднимаем вверх. И одновременно. Важно, кто атакующее действие делает. Вытягиваете себя, разрабатываете суставы, вот вы вытянули. Шаг ногой обязательно. Шаг ноги не будет, ничего не получится. Шаг ногой и идет под руками. Я отодвигаюсь, опустил руку и подошел сразу. Раз, да, два. Попробуем. Захваты, как таковые, за кимоно не надо брать. Не надо хватать вот кимоно вот так, не надо. Теперь партнер, он прикрозник, он ищет где локоть и начинает воздействовать, толкает на вот и держит, вот критика прихватывает локоть, сустав. И начинает толкать. И тогда я понимаю, что мне больно, да, я отпущу. Я не хочу, чтобы мне снова. Отпускаю. Теперь смотрите. Вы начинаете вот сюда делать. Нет. Вы так как? Рука идет. Над головой, чтобы вы ее пропустили вот над собой. Чтобы у вас было пространство. Иначе вы начинаете вот так делать. О, непонятно ничего. Как мне туда развернуться? Как что? И здесь ничего не видно, видите? А здесь я ухожу вниз и сюда развернулся. Дальше я прихватываю. Почему я руку должен схватить? Если я просто буду делать, вот так, вот уж тянуть его. Вот и сюда опускаю. И все, он стоит на месте. Я должен его руку заблокировать. И тогда вот тут. Если я буду просто руку делать, он почувствует, что я его тяну, он все делает, он отпустит. Поэтому я ручку прихватил, вот здесь потянул. И теперь, с этого, когда я уже потянул подушек, как мне выйти, оторвать захват? Мне же надо, чтобы он отпустил меня, да? Здесь одно движение, только вверх, видите? И что происходит с его рукой? Видите, из физика. Но одновременно работает и нога. Я руку поднимаю и сюда ухожу за спину. Я прячусь. Нога сюда. Вот у меня идет, помните,
делает движение вниз. Я поддаюсь этому давлению, и смотрите, что делаю. Я делаю вот такое действие. Я начинаю опускаться. Левую держи, правую опускай руку и зажай мне еще эту сторону. Сюда зажай.
Да. Да. И вот сюда. Вот. Побежал хочет убрать через стену. Он тебя остановил. Thank you.
Первое, что мы сделали, это мы с вами познакомились. Познакомились, это самое важное. Может быть, мы сейчас прям не стали друзьями, но мы стали теперь немного ближе друг к другу, потому что мы теперь знаем друг друга, и мы стали товарищами. Почему? Потому что мы провели время в Татаре, и это хорошо. Значит, как это говорится, в результате эксперимента ни один заяц не был убит. Да? Мы как бы все здоровы, жизнерадостны, получили какие-то новые знания, которые можем потом потихонечку превращать в умение. Это даст нам 100% положительный результат в любом случае. Хуже не будет. Понимаете, хуже однозначно. Я что хочу сказать, что опять-таки, может нравиться, может быть интересно, но если это не пробовать, не практиковать, то, соответственно, это никому не нужно. Да? По чуть-чуть мы можем это делать, и обязательно, надо обязательно, конечно, соединять. Рандеры, карта, чай, кофе, все это должно быть. Да, все это должно быть песней, правильно. Вот. Самое важное. Здоровье. Берегите то здоровье, которое имеете с самого детства. Сохраняйте его, и тогда у вас будут самые лучшие воспоминания о вашей жизни. Если у нас мы будем свое здоровье только купить, то воспоминания в жизни будут только одни. Болезни, болячки и плохое настроение. Поэтому давайте использовать дзюдо как вот инструмент или таблетку, которая дает нам только хорошее настроение, здоровье и так далее. Вот. Я еще раз хочу поблагодарить всех вас, и Тиграна, вашего сенсея, и всех сенсеев, с которыми я познакомился здесь. Очень благодарен, что вы меня послушали. Ну и, конечно же, отдельная благодарность президенту Федерации дзюдо Армении Вардану Маскаряну, который поддержал мое предложение и сказал: «Роман, как говорится, добро пожаловать». И мы вот так вот с вами со всеми познакомились. Мне было очень приятно. Все. Спасибо большое.